Привет, друзья! Вы на канале «Цветоводы всех стран. Объединяйтесь!» Меня зовут Юлия, и несмотря ни на что, у меня сегодня хорошее настроение. Ну, во-первых, потому что к нам наконец-то пришло лето. В начале августа у нас установилось тепло, я бы даже сказала, жаришка такая наступила. И, конечно, сразу отреагировали все цветочки, они как будто бы ждали этого момента, чтобы показать всю свою красоту. Но еще сегодня я опять немножечко пошалила в своем саду. И вот хочу показать вам, что сейчас радует меня в моем саду. В общем, поделиться хорошим настроением, теплом и, надеюсь, позитивными какими-то эмоциями. Очень важно сейчас такой совершать обмен, поэтому если вам не сложно, вы тоже меня порадуете пальчиками вверх, а может быть даже подпиской. Буду вам очень благодарна. А теперь давайте смотреть. Ну что, друзья, 1 августа, с чем вас и поздравляю. Моя композиция с луками, к сожалению, оказалась не очень долгой. Смотрится это уже, как видите, не очень симпатично. Но вы думаете, я на этом остановлюсь? Нет, сейчас сделаю кое-что новенькое. Итак, туя в новом наряде под стать гортензиям, которые уже с белыми цветами стоят. И моя туйка тоже. Смотрите, как украсилась. Вот такие белоснежные веснушки теперь украшают мою туйку. Вот такая красота уже давно радует меня. Vim's Red. Вот такие. Огромный, просто огромный. У нее шапочки с цветами. Красавица. Моя красавица. А вот дельфиниум меня разочаровал, друзья. И, наверное, я его отсюда уберу. Хотя я вам показывала, что вокруг него будет складываться концепция этого сада. Но посмотрите, как сейчас, в начале августа. Все-таки еще у нас впереди, ну, два точно полноценных месяца дачных. Дельфиниум выглядит вот так. Все-таки надо его куда-то на задний план сажать. А здесь такая узкая полоса, что особо не разгуляешься. И покажу вам вот эту гортензию. В этом году очень запаздывают все гортензии. Это у меня Limelight. Такая красавица. Цветение, конечно, будет очень обильное, но попозже. Ждем. 3 минуты сада позитива, ну, в смысле садового позитива, пролетели незаметно. И кто-то может спросить меня, и в чем смысл этого видео? Но, друзья мои, не во всем и не всегда должен быть смысл. Можно иногда просто пошалить, порадоваться, повеселиться. Но в данном случае мне кажется, что какой-то смысл в этом есть. Например, как из минусов сделать плюсы. Не зацвел бы у меня лук, и не было бы у меня среди лета вот такой нарядной туи с белыми веснушками. Поэтому в наше время очень важно из минусов стараться сделать плюсы. Надо как-то выкручиваться нам из этой ситуации. Но я верю, что обязательно все будет хорошо. Главное, чтобы в наших домах был мир. Чего я вам от души и желаю. Мир в наши дома. Пока-пока.